Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Драгдрагон, Скелетон, Радекс, Кики, Зебра, Секрет и даже зашел какой-то невидимый чилипиздрик. Пацаны, поздоровайтесь! Всем привет! Я буду стрелять и мочить всех. Не надо. Если опять кушайте, приятного аппетита, а у нас сегодня выживание в пиццерии с монстрами Хендерсона. Погнали! Так, ну что? Да, давайте, кто первый умрет, тот реально лох. Да я как у нас это уже традиция, кто первый сдохнет, тот лох. Ну да. Так, отлично. Дикая традиция, что я всегда лохом. Я что, лох? Да ну не может быть, я не должен быть лохом. Чё, так быстро я умер? Ну да, по идее ты лох вдвойне. Я должен был повыигрывать еще, повыживать. Ничего, может еще будет второй раунд у нас. Сейчас мы быстро всех убьем, а будет второй раунд у нас. Пошел вниз. Давайте, охотимся. На то, что ты меня убил, сволочь. Так, отлично, ждем. Сейчас кто-то к нам сюда придет. Так, отлично. Так, уже три монстра Хендерсона. 4. Блин, они что, читерские? Я бы не сказал, что читерские. Просто мы... скелет конченый. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Стараемся снять что-то очень классное, веселое, которое продлевает людям жизнь. Так, прыжок Веры. И, кстати, если вы хотите так же, вот как мы сейчас сидим в Дискорде и записываем ролик, если вы так же хотите, просто заходите на Димаса сервер в Дискорде, ссылка будет в описании. И помните, вот молодец, сделал рекламу. Не запоминайте, правила нужно всегда знать, это будет бан. Что-то подожгли машину, вандалы какие-то у нас. Там скелет был, сволочь, меня убивал. Скелет ходящий фать. О, чувак, я к тебе сейчас запрыгну, смотри. Оружие нельзя использовать. А использовать оружие сможет только последний. Останется. Кто будет точно не лохом и точно не дип. Так, давайте будем чекать отсюда, где кто. О, вижу, а это наш. Вижу цель. Прыжок. Лови скелета, Дима. Ловим. О, еще один у нас с нами. Вижу. Что за профессиональный убегальщик? А не, он сейчас умрет, ты не переживай. Это долго не будет продолжаться. Сейчас я его подловлю. Смотрите, думаем как додик сейчас. Это будет его мысли. Дима, зачем мысли читаешь? Ё-моё. Так, сейчас, подожди, догони. Ух ты, какой прыгун. Давайте мы его опередим. Что ты Эх ты жопа. Ну да. Мы, значит, не сильно как додики думаем. Так. Привет. Дверь так, закрыта. У меня вопрос, а вы где? Я что-то. А, я уже вижу все. Вижу. Такой. О, блин, это наш! Что ж ты бьешь? Я тебя, он меня бьет. А что у вас много? А где ты? Че ты нас видишь, а мы тебя нет? Ты что, читер, как обычно? Пробегай мимо раз. А, так ты бегаешь, да? Это что, Драгдрагон один остался? Или еще кто-то есть? Не знаю. Драгдрагон, да, ты один остался, можешь оружие использовать. Нет, скелетон еще бегает. А, еще скелетон, тогда да, хорошо, нельзя оружие использовать. Хорошо. Так, подожди. Блин. Сюда. Где он? Так ты тварь, а? Ах, ты тварь. А вы можете по своему зданию разойтись? Я что-то могу понять, вы ищете его. Я, как обычно, вы меня остаёшься и с кем-то. Потом меня первым бьют, и потом выиграю чела. Давайте из камеры наоборот. Да не бойся, не бойся. Ищите секрет уже. Ой. Секрет умер. А, ну скелет. Скелетон. Скелетон, ты где? Обдрастьон. Вот он на улице бегает, ё-моё. За кем мы гоняемся, Дима, по-твоему? А, ну вот Драгдрагон бегает. Так, стекло, оно здесь не нужно. Вижу. Эх, иди сюда. Блин, ну я тебя сейчас убью. Так, ребята, все силы бросаем на этого чилипиздрика. Все дивизии. Чё, нашли все скелеты? Да он бегает по улице, в смысле нашли? Нет, есть. Так, Драгдрагон, ты что, один остался? Теперь можешь оружие использовать. А, я на крыше. Только админский пистолет нельзя использовать. А, зря. Да блин, дебил! Это же нечестно будет. Вижу Драгдрагон. Я к нему подхожу. Ты что, улетел, что ли? Я видел, ты телепортировался, алло. Телепортация. Люди, напишите в комментариях, мне показалось или нет. Драгдрагон, жду демку. Драгдрагон читер, давайте, хэштег. Хэштег Драгдрагон читер. Где он, ну, этот стрелок ворошиловский? Пока ты не выйдешь, я буду все стекла бить в пиццерии. Чтоб ты обкакался, звук. Пацаны, вы его видите? Ой, секрет! Я могу же убегать от вас, да? Еще, типа, ну, да? Может, что хочешь делать? Все равно мы тебя убьем. Давай.
А прикиньте, он где-то на столбу, за столбом сидит. Где он? Я вижу, пока кто там ходит. А в принципе, его нашел. Вижу, бегу. Включаю максимальную скорость. Да какую максимальную? Ну, такую. А, вон он прыгает, ах ты ж манихоп. Так, давайте, короче, бежим навстречу ему. Чё за банихоп, Dark Dragon? Чё ты банихоппер из CSGO? Чё ты встал? Давай, иди сюда, мы тебя ждём. А кто заключил? Я тоже прыгал. Чё так, ты... а чего не можем одного человека убить? Все монстров одного не могут убить. Да ты видишь, как он банихопит? Да он профессионал. Да он прыгает, знаешь. А ты чё? А, он использует читерское оружие. Он берёт, использует звёздный меч. Из Звёздных войн, да? Да. Как мы его не убьем, конечно. Ну, все, да. Dark Dragon, я запрещаю тебе использовать читы. Так, тогда тогда нам. Не попали! Так, я тогда буду использовать другого тоже монстра. Сейчас возьму другого, который будет убивать тебя. Не попали, блин, вблизи. Вблизи не попали. Так, на правую кнопку мыши я ж могу теперь летать. Пацаны, раз он такой читер, да, оружие взял, берите, используйте розовую свинью. Сейчас кишку. Ну что, Dark Dragon, последние слова. Свинья — это тебе не то, что легко убежать. Ой, червя тоже можно брать. Нет, это кишка. Ой, для меня червя. Где он, а? На улице. Ай! Вы не убивайте, я еще энергию успеваю восполнять быстро. Так, подожди, я его не наблюдаю. Сейчас мы его убьем. Dark Dragon, ты чё, офигел, что ли? Есть! Секрет, ну ты вообще молодчик. Ну это нечестно, потому что телепатирую. Чего? Короче, давайте теперь сделаем такую дуэль. Я один, а вы все против меня. 3, 2, 1. Я один против всех. Ну, умрёшь первые 5 секунд, внимание. Ах ты, говнюк. Свинья вообще вообще. Игрец, спасибо. Ну что, как я вам? Дима, я не картина, ты меня трясу. Ты где, Дима? Я? Я запрятался от вас. Я вас очень боюсь. Ну что, ребята, начинается самое интересное. 7 монстров Хендерсона против одного игрока. Это реально очень сложно, но возможно. Дим, вообще-то не 7, а 6. А, вас шестеро? Да. Ну, я же хотел преувеличить. Обмануть. А вот не получилось. Ну? Знаете что, ребята, он где-то в здании сидит. На свинью взял. Думаешь? Дима, опять шкеришься, да? Нет. За мальчик. Телефон, блин. Ребята, надо валить. Хорошая выживалочка, мне нравится. Ну что, оружие читерское, согласитесь, использую. Ну все, Дима, я забаню. Я тебя забаню, Дима. Иди сюда. Где? На улице. Ты дурак, что ли? Отвали от меня. Есть. Ребята, ну что, это самая лучшая выживалочка, которую можно она сделать. Она как здание бегает. Дима, я тебя на сколько раз буду напоминать, что я не картина. Дима. Почти, почти. Ой, двигаться могли. Попадите хоть раз по нему. Никто не может попасть. Дима, Поппи Плейтайм. А Поппи Плейтайм, откуда тут твоя попа, Плейтайм? Попа, не гуляй со мной. Попа, не хочу. Можно брать свинью, да, про себя? Ой, а почему, кстати, у Димы 7800 хп? Ой, 8000. А чё мне жизни? Я не знал, что мне жизнь. Я не хотел. А вы меня убьете с одного раза. А ну ударь меня, один, ударь. А, так что, сколько у меня за... Так это нечестно, мы просто проверили. Ах, не хуй. Давайте еще. А чё, давайте еще раз, я же не проиграл. Это вы подумали, что вы меня выиграли. На самом деле, это вы мне не выиграли. Я играю дальше. Пишется, что ты выиграл, Дима. Тебя убили на самом деле. О, всё. Ну, а теперь точно убили. Ну, теперь точно. Блин, это было жестко.
Драга, ну что, давайте кто-то еще один повыживает, а вы против синего. Давай я. Так, Драган уже был. Давайте тогда... А давайте зебра. Зебра, ты готов? Блин, я хотел, ну ладно. Я готов, в принципе. Зебра против нас всех. 3, 2, 1. Выживалочка началась. Пацаны, какой у него скин? Добежать. Какой-то, я не знаю, как в туалете запереться. Не бейте меня, пожалуйста. Ай. Ты что, говоришь? Хорошо, Радекс, у тебя тоже шанс появился еще раз повыживать. Скелетон не дал покакать. Скелетон не дал покакать. Теперь выживает Радекс. 3, 2, 1, 0. Так что, ребята, не надо прятаться в туалете, все равно мы вас убьем вместе с вашим говном. Да блин! Где это? Дали посрать перед... А, я вижу, вот это Балди мы хотим убить. А, да. Балди! Балди, чё ты впереди бегаешь? За что? Ой, извини, за... я не хотел. А меня за что? Вместе, блин, у нас какие-то психи. Ой, я челюсть могу отодвигать. Радекс, где в туалете? Да, Срекс. Где туалет? Мы убили Радекс! Все. Радекс, ты что такой слабый? Я застрял. Короче, вывод один, что очень сложно повыживать. Если вам понравился этот ролик и вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и после моей ролики еще. Ну, раньше времени.